Что, дорогие мои садоводы, я нашел идеальный инструмент по борьбе вот с такой вот гадостью. Особенно эта гадость является гадостью, когда речь идет о газоне. А дуванчики — это самый такой вредный сорняк в газоне. При этом, когда желтенькие поляны где-то в лесу или встречаются, или где-то там в парке, то вроде бы неплохо. Но в газоне это прям беда. Я очень давно на Алиэкспрессе купил вот такую штуку и радовался ею. Как она работает? Смотрите, здесь есть три таких вот колышка. Втыкаю их в центр. Можно ногой придавить. В центр. Соцветия. Проворачиваю. И достаю, ну, частично корень одуванчика. Я думал, что это неплохой инструмент. И потом вот этой кнопочкой, сбрасываю. Получается, что в принципе шляпка оторвана, и здесь остается отверстие, которое нужно либо засыпать, либо что-то с ним сделать. При этом это отверстие, когда много вот таких вот одуванчиков приходится вынимать, этих отверстий становится очень много. В принципе, неплохой инструмент, но так как корень там остается, то со временем одуванчики все равно прорастают. И что вы думаете? Я нашел идеальный инструмент для этого дела. Сейчас покажу. Не постеснялся приобрести еще один инструмент, потому что все равно что-то мне в том не хватало. Вот такой, тот самый Фискарс. Фискарс. Это бренд, топоры делают, и вообще садовый инструмент — это мой любимый теперь бренд по садовому инвентарю, потому что я уже не один инструмент закупил у них и буду еще пополнять коллекцию именно Фискарсом, потому что это какие-то гениальные красавчики. Смотрите, что здесь имеем. Здесь имеем то же самое, три таких вот, даже четыре вот таких острия, которые зажимаются в тот момент, когда мы выдергиваем именно корень. Вот я нажимаю на педальку, и корень выдергивается. Смотрите, как это идеально работает. Вот тут удобная рукоятка. Ставлю также в центр соцветия. Выдавливаю. И просто вот так вот нагибаю. Смотрите, корень целиком практически вынырнул. Все, также здесь есть вот этот сброс. Вот так, чик-чик сделал, все. А дуван вот с таким огромным корнем улетел в утиль. Представляете? Смотрите, одуванчик находится в сложном месте. В сложном достаточно. Что я делаю? Я записываю туда этот гениальный инструмент. Втыкаем туда, куда мне надо. Прижимаю. Делать то же самое. Только в труднодоступном месте. Заодно протыкаю себе, блядь, автополив. Пробил автополив. Надо будет починить. Ну ничего, это дело житейское. Еще раз хочу показать такой же пример. Фиг знает где находится вот этот корешок. Если его выдергивать вручную, точно корень останется там. Но этот гениальный инструмент, теперь я внимательно смотрю, чтобы я не проколол автополив. Хотя ремкомплект всегда есть. Смотрите, втыкаю в труднодоступном месте. Вот так вот нагибаю. Вот так вот раз. И вот он, одуванчик вышел. То же самое происходит с одуванчиками, которые растут посреди газона. Посмотрите, вот он, одуванчик. Вот такое вот корневище. Вот он. Нормально, вот такого карася. И я его достал без труда из вот такого труднодоступного места. Ребята, это не реклама, это просто восторг. То же самое с любой другой травой. Чик. Чик. Вот они, корешочки. Ну как так? Это что за гений это изобрел?